После снятия карантина один из главных продуктовых магазинов в городе Кант ежедневно обслуживает десятки покупателей, а то и сотни. При входе в заведение стоит антисептик, сотрудник службы охраны измеряет температуру посетителей с помощью тепловизора. Сотрудники все находятся в перчатках, как положено, в масках. А на кассе, допустим, охрана рядом стоит, объясняет, что надо немножко держать дистанцию клиентам. Ну, основные нормы, как бы, мы стараемся придерживаться всему. Цены мы все держим, как положено. То, что, допустим, какие вот цены устанавливает у нас антимонопольный комитет, все цены мы держим. У нас постоянно проходят проверки, приходили. Изначально первые, прям каждый день буквально, претензий с этим к нам не было. Молочный завод «Кансют» наряду с другими предприятиями Чуйской области не стал приостанавливать работу во время карантина. Здесь в неделю производится около 10 тонн молочной продукции и экспортируется в Казахстан. А также в настоящее время проводятся переговоры с Россией. Производственные помещения завода каждый день обрабатывают хлоросодержащими растворами. Как отмечает сотрудник ОСО «Бишкексуд», дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Первостепенно были предприняты меры по допущению. То есть на КПП у нас проводится температурная проверка поступающих у нас рабочих. Во-вторых, у нас везде на каждом посту существуют санитарные обработчики, да, то есть санитайзеры, где мы проводим дезинфекцию. Также медицинским персоналом ежечасно в течение всего рабочего дня проводится анализ рабочих, то есть не возникли у них какие-то проблемы со здоровьем. И мало к тому, что мы ни на секунду не остановили производство, и все работники, которые у нас работают, в полной мере так и продолжает у нас работать. Ряд предписаний компаниям эпидемиологами выдано было по итогам прошлого рейда. По словам главного врача санэпидемстанции, нарушителей особо не обнаружено. После 25-го, если дадут добро, они будут потихоньку открываться. Но в тех условиях, если санитарное состояние, условия позволяет, и не больше 50 или 30 посадочных мест. Единственное, необходимо не более двух человек. Не более одного, да, двух? Да, не более двух человек. И сзади держится. Хорошо? Усиленно проводятся комплексные профилактические мероприятия также в местах массового скопления людей. В ходе рейда губернатор Чуйской области встретился с водителями легковых авто. Кроме того, полпредом проверено выполнение условий карантина с салонами красоты и коммерческими банками. Кроме того, эта комиссия одновременно проводит проверку и в части цены, чтобы не было ажиотажа, чтобы не было необоснованных завышений цен на продукты питания. Вот одновременно вот такую работу вот комиссия проводит. Вот в составе этой комиссии постоянно работают, как я указал, сотрудники милиции, эпидемиологи. Как подытожили проверяющие органы, работа мобильных групп, а их насчитывается порядка 30, будет продолжена до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в области не стабилизируется. Айгерим Бараканова, Джантай Макенов, «Пирамида».